Представляем имитацию бруса сорта АБ из хвойных пород древесины. Толщина материала 16 мм, общая ширина 142 мм, рабочая ширина 135 мм, длина 800 мм. Имитация бруса хранится на закрытом, хорошо приветриваемом складе в упаковке производителя. В видеообзоре мы показываем именно ту имитацию бруса, которая имеется у нас в продаже и которую мы доставляем нашим клиентам. Рассмотрим особенности имитации бруса сорта АБ. Имитация бруса из дерева – это натуральный материал, поэтому на ней могут присутствовать природные дефекты, и это вполне естественно. Все дефекты на имитации бруса сорта АБ строго регламентируются требованиями ГОСТ 82-42-88. Оценка дефектов производится по лицевой стороне изделия. Сейчас мы продемонстрируем все существующие дефекты имитации бруса сорта АБ, но это не значит, что все они будут присутствовать на материале. Они могут как встречаться на имитации бруса сорта АБ, так и отсутствовать на ней. Здоровые сросшиеся жучки, в том числе с трещинами, в нерегламентированном количестве. Не сросшиеся темные сучки диаметром до 30 мм, не более 3 штук на погонный метр. И диаметром до 40 мм, не более 1 штуки на изделие. Кромочные выпавшие сучки диаметром до 20 мм, не более 1 штуки на погонный метр. Невидимые при сборке. Обзол шириной до 10 мм и длиной до 1/6 длины изделия. Невидимые при сборке. Непрострок на лицевой стороне шириной до 70 мм и длиной до 90 мм. На тыльной стороне не регламентировано по площади. Несквозные трещины от усушки шириной до 1 мм и длиной не более 1/3 длины изделия. Сквозные торцевые трещины шириной до 1 мм и длиной не более 70 мм. Смоляные карманы шириной до 2 мм и длиной до 15 мм в нерегламентированном количестве. Шириной до 5 мм и длиной до 60 мм не более 3 штук на погонный метр. Сколы глубиной до 3 мм и максимальным размером 30 на 30 мм, не более 1 штуки на 1 погонный метр. На шипе допускаются сколы любого размера, невидимые при сборке. Сердцевина с максимальным размером 8 на 500 мм. Прорость шириной до 8 мм и длиной до 100 мм не более 3 штук на изделие. Покоробленность. Продольная по пласти прогиб до 50 мм на погонный метр. Поперечная по торцу прогиб до 2,5 мм на изделие. Даже если на материале присутствует легкая покоробленность, при затягивании саморезами доска вплотную прилегает к обрешетке и принимает ровную форму. Еще раз подчеркнем, что все дефекты на имитации бруса сорта АБ строго регламентируются требованиями ГОСТ 82-42-88. Они не обязательно будут присутствовать на изделии, а некоторые из них встречаются крайне редко. Отметим, дефекты никак не влияют на прочностные характеристики материала. Когда вы смонтируете имитацию бруса, вы увидите, что дефекты не портят внешний вид обшивки, а образуют естественный рисунок древесины. Именно за эту природную текстуру многие выбирают натуральное дерево в качестве обшивки.